приюте. Они уничтожили друг друга много лет назад, оставив после себя технику, предметы искусства и заброшенные дома. Мне удалось увидеть их только на фотографиях, но уцелевшие предметы и древние носители информации, которые я нахожу, помогают мне больше узнать о мышлении, культуре и жизни людей. Вооруженные столкновения среди людей случались довольно часто. Люди крайне нелогичны в своих поступках. В отличие от людей, мы роботы, мыслим логично и действуем рационально. И мы никогда не уничтожим самих себя. Наша цивилизация основана на постоянном взаимодействии. Чтобы поддерживать свое физическое состояние, я конструирую различные приборы, которые обменивают других роботов на расходные материалы. 2 недели назад меня хотели уничтожить за то, что я обнаружил в интернете некую переписку. Полицейские ворвались без предупреждения и открыли по мне огонь. Несмотря на запрет корпорации USS, создавшей нас, я считаю, что необходимо изучать человеческую расу, потому что это может пригодиться нам в дальнейшем. Я уже знаю о людях гораздо больше остальных, но мне предстоит узнать еще очень многое о них и окружающем мире. Я должен найти ответ на главный вопрос. Почему люди уничтожили себя?